В оркестре камерной музыки «Благовест» выступают известные на Кубани исполнители высокого профессионального уровня. Коллектив выбрал определяющим направлением в своем творчестве популяризацию классической камерной музыки. Вместе с тем музыканты делают программы в жанре рок-музыки. Именно такую они представили на суд юных зрителей из Славянского района. В зале городского дома культуры собрались школьники. Для них хорошо известные на Кубани краснодарские артисты подготовили необычную программу. Культовые композиции популярных российских рок-музыкантов в оригинальной аранжировке были исполнены классическим струнным камерным ансамблем скрипки, альты, виолончели с добавлением ритм-группы, электропиано, бас-гитара, ударные. Песни были подобраны так, что гармонично сочетались с текстами антинаркотической направленности, которые читала заслуженная артистка Кубани Лариса Городжанова. И все это вместе, слова, идущие от сердца, и музыка производили яркое впечатление. Мы привезли программу, составленную из произведений рок-музыки, русского рока. Это композиции, которые аранжированы специально для нашего ансамбля, и инструментальные, и вокальные, и таких групп, как Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Алиса, Земфира, и аранжированная в роковой манере песня Виктора Гавриловича Захарченко «Иди и буди». Фактически своей программой мы хотим это делать – «Иди и будить». Предостеречь от неверных шагов в жизни, от пагубных привычек, научить ребят не бояться проблем, а смело их решать – всему этому учит программа «С верою в любовь». Программа мне очень понравилась, песни были очень красивые, исполненные в необычной форме. В конце сказали очень правильные слова о том, что надо вести здоровый образ жизни. Песни были достаточно с глубоким смыслом. Мне очень понравился концерт. Была очень хорошая тема. Ведущий часто рассказывал про тему наркотиков и ставил детей на нужный путь. Легендарные музыкальные композиции помогли донести и закрепить в памяти юных очень нужную информацию, от которой напрямую зависят их здоровье и жизнь. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».